Добрый день, уважаемые посетители нашего интернет-ресурса nicebike.ru. Предлагаем вашему обзору новый ботинок коллекции 18-19 года, модель от компании Burton, и он система затяжки BOA. Сезон скоро начинается, где-то уже в России выпал снег, кто-то открывает сезон, кто-то катается на закрытых склонах для того, чтобы вкататься к началу сезона. И вот такой ботиночек у нас на обзоре. Модель Ion BOA. Двухкомпонентная подошва. Достаточно невысокий профиль. Ботинок достаточно жесткий. Есть система для переноски. Есть внутренний валеночек с дополнительными зонами, которые снижают нагрузку. Валеночек, в отличие от стандартных местных ботинков, обычно липучки идут по краям. Здесь липучка сплошная. Чтобы плотнее ногу обнимать, липучка, два края очень плотно облегают ногу, удерживая и фиксируя голень. Валеночек можно высушить. Также в валеночке есть съемная стелечка с дополнительной поддержкой свода стопы, с дополнительными амортизирующими частями и для жесткости на сгибе здесь вставлен еще пластиковый каркас для того, чтобы стелька была жестче. Стельку можно при желании положить и помягче. В стельке есть перфорация. Стелечку вкладываем назад. Давайте сторону отставим. И посмотрим по ботинку. Очень удобная система, двухзонная по шнуровке. При натяжке на себя ролика у нас идет просто свободное вращение. Также спереди ничего. Ботиночек можно растянуть. Есть система фиксации, система подтяжки ролика. Там внутри установлена пружина, чтобы удобнее было одевать. Да? Подтянули. Здесь ставили. Внутренняя система также позволяет зажать внутренний валеночек предварительно. Если тянем за хомут, то можно ослабить. Также нижняя система. Вот такой внутри он валеночек. Внутри есть дополнительная стелька, и под стелькой слой алюминиевой фольги для того, чтобы снизу холод меньше проникал в ботинок, отражает, да, холод. Для того, чтобы затянуть ботинок, нужно нажать на крутилку, грубо говоря, и также нажать и уже зафиксировать ботинок по объему и по жесткости, как вам удобно, как вы хотите. Вы можете ослабить верхнюю часть и иметь сгиб ноги на каких-то движениях, но ботинок достаточно жесткий. Ботинок выполнен из искусственной кожи, да, из высокотехнологичных материалов. Мысок у них не прорезинен, а искусственный, на хороший, здесь идет пластик. Жесткий задник также с дополнительными вставками. Вот такой классический хороший жесткий ботинок. Розница порядка 38 тысяч. Есть еще некоторый размер на складе. Что еще про этот ботинок сказать? Хороший ботинок, один из лучших в своей линейке.
Ну вот, наверное, на этом все. Спасибо большое за внимание. До связи.